Друзья, мы с Маргаритой вас приветствуем на канале Хутор Стуканов, Краснодарский край. Хочу полить свинок. Альму я уже полила, она смылась, она это дело не любит. Ну что, Так, не, вас я поливать не буду, а то опять сейчас грязный будет. Вон вам лужу там делает. Ну, да. Да. Пить будешь? Будешь, на тебе свеженький. Давай. Хорошо. Ой, да им там мало. Ну, там... в жизни у свиней какая радость? Поваляться в грязи, правильно? Да. Они там травы еще накидали? Нормально, сейчас так оно, земля влажная. Это, кстати, вода, она прогрелась, она не такая, ну, не ледяная. Нормально. Хорошо, видишь, сразу купаться. Сразу купаться. Маргарита решила порядок навести? Да. Разобрала крыльцо. Хочу дверь помыть, чтобы покрасить. Может, покрашу. И коврик вот этот, он уличный, резиновый. Я его постоянно мою водой с мылом. Все равно он высыхает и остается такой серый грязный налет. Поэтому решила попробовать пасту Pink Glam ей отмыть. Она содержит такой мелкий абразив, розовый кварц природный. Неохота с химией со всякой заморачиваться. Не факт, что она отмоет. Вот сколько грязи сразу, а. Прям черная пена. А вот это отмыть сможешь? Надо попробовать. Я думаю, смогу. Кстати, коврики тоже в домашних условиях сложно отмыть, потому что его моешь, и потом он высыхает, и все равно какой-то вот такой серый, видна грязь, не отмывается. Сейчас будем пробовать. Прям вот так, Маша. Все, смыла я воду. Вот оно подсыхает. Вот это я, видать, плохо помыла. Это это знаешь что? Это наша кальцинированная вода. А, вот это белесая. Да. Кальций, вот она высыхает. А так вот, смотри. Пчел сколько летает. Смотри, как чистенько, да? Я бы вот мылом так, я пробовала мылом мыть эти коврики, не получается у меня. И вообще я собралась дверь мыть, а ты мне тут коврики принес с машины. Маргарита, а у меня еще 3 коврика. Нет, давай потом. Я сначала дверь, я там все подготовила. Пойдем сейчас дверь. Вот дверь у нас старая, грязная. Там внизу и собаки спали. Здесь вот, ну я ни разу ее не мыла, как мы купили хату. Хочу сейчас отмыть ее. Может быть, я покрашу, освежу. Не знаю, посмотрю. Может быть, я отмою и красить не придется. Буду использовать ту же пасту Pink Glam, которую я использую практически для всего. Даже Алик руки ей моет. И мы с ним постоянно ругаемся. Вот на губку наношу. Ух ты! Да? Смотри, сразу прям отходит. Да? Ну, хорошо как. Красить, наверное, не придется. Я, кстати, пластиковые подоконники. Вот у меня масло, бутылка стоит на подоконнике, потому что мне ее некуда поставить. И постоянно вот, ну, появляются потом от бутылки, от донышка разводы. И вот белый пластиковый подоконник отлично очищает пасту Pink Glam вот это. Смотри, замечательно. Давай я тебе помогу. Ты хочешь почистить дверь? Да. Ну давай. Замочек какой у нас древний. С той стороны нажимаешь, так оп, поднимается. Вот эту грязюку оттирай прям. Вот. Зимой же заходишь в грязной одежде, вешаешь его там в синях, трешься туда-сюда. Мы же колхозники, мы постоянно грязные тут. То курятники, то огород. Хорошо отходит как.
Ну там уже краска подслезла кое-где. Ну все, сейчас вот чистенькой. А здесь у нас собаки спят, видите? Альма, Снежок. Ну, в основном это Альма тут испачкала все. О, смотри. Сразу отходит. Ну вот, будет у нас чистая, старая, но чистая входная дверь. Все, смываю пасту. Дверь чистая, я думала, что ее красить не надо. Смотри, как освежилась, да? Да, я тоже думаю, не надо. Да, шикарно, как новая. Друзья, паста Pink Glam, я использую ее, в принципе, для всего. Отмывает посуду от нагара и жира. Отмывает руки, если там вот Алик, когда с железом работает, он протирает его, вот это масло, да, заводское, которым железо, металл обрабатывает. У него чернейшие руки, вообще идеально отмывает. Паста безопасна для кожи рук, не имеет никакого резкого запаха, абсолютно экологична. В общем, я ее использую практически для всего и вам советую. Ссылочку на пасту оставлю в описании к этому видео. Чисто. Чисто, да. Жалко, собаки будут подходить. Смотри, чистейший. У меня никогда такого чистого коврика не было. Вообще замечательно. Вот здесь видно, какой он должен был быть, где я не подлезла чуть-чуть. Видишь, в уголках вот. Я туда не подлезла. А так идеально чистый. Друзья, это фазан. Мы сейчас ехали, он на дороге стоял. И побежал от нас в кукурузу, а кукуруза еще не выросла. Какая у вас слева самка? Да вот перед нами. А, вон самка идет. Сейчас. Где она? А, вон она серая. На трешечке снимает. Да. Вон самка, а вон самец красивый. Они постоянно на дороге бегают. А мы едем в удобную сейчас. Друзья, у нас тут рой летает. Не знаем, чей. Может наш, может соседский. Да, тетя Коля пришла, сказала, говорит, смотрите, там рой. Уже не первый рой за сегодня. Хотя за две недели уже 3 роя пролетело оттуда. Вот так, мимо нас. Может наш, может не наш, не знаю. Мы рои ловить не умеем. Поэтому... Ну я палкой сбил, там сейчас такой ком, такой рой был, вот. Палкой сбил, ну вот улей поставил, дальше там уже не пройти. Вот не знаю. Может они залетят, вот видишь, что-то летают там. Да. Может разведчицы высматривают. Поставили. Опыта улей. Нет, так сказать. Ну залетят, залетят, нет, нет. Если залетят, будет понятно, наш или нет, потому что наши матки мечные. Да. Ну и нам будет видно, у нас слетели или нет. То есть как, ну, в каком-то нас... улье будет мало. Да. У нас есть подозрение, что Элгон мог слететь. Там очень много пчелы. Мы там второй корпус через решетку поставили. Она полная меда уже. Уже практически запечатанная. И пчелы все равно много. То есть мы хотели на днях вот пересадить. Некогда мне заниматься. Я это... Этим, с домом ковыряюсь. Вот так раи упускают. Может наш, может не наш, не знаю. Пока не знаю. Давай труси еще. Попробую еще сбить. Вон он сидит. А ну пошел. Сейчас покажу. Я тебе. Сейчас пчелы налетят на тебя. Вон они опять кутькуются. Видать, матку не сбил. Ну что, бежим? Зачем? Да я шучу. Они уставшие. Может, залетят в улей. Ну хорошо бы, если бы залетели. Мы не готовы были, вообще сидели, обедали. Тетя Поля пришла, говорит, там рой летает. Да, Маргарита сиськи свежей капусты сварила. Сидим, кушаем. И Поля кричит, Алик, Рита, рой у вас тут на дереве. Буду еще сбивать. Опять кучкуется. Жалко не поставить улей прямо вот снизу. Да. Так бы, если матка прямо в него упала бы, вообще хорошо бы. Жарко, друзья. Жарко. У меня уже мокрый.
общем, сейчас понаблюдаем, посмотрим, что они будут делать. Да, ну раз приземлились у нас, значит, может быть, решают вопрос. Куда? Собрание у них идет, да. Думают. Сейчас попробуем, если они не залетят, сейчас попробуем, может, туда подальше поставить улик. Может, под какой-нибудь ящик другой, может, переноску эту романос. А смысл? Прям я собью, а если матка прям туда упадет, считай, отлично. Ну, сейчас принесем. Пару рамок туда и прям сейчас принесу. Опять они там кучкуют. Ага. Друзья, сейчас ковырялись с пчелами. Майку хоть выжимай. Короче, жара такая стоит, а мы в этих экипировках. В общем, что могу сказать? Взяли парочку с верхнего корпуса, вот таких. Они, конечно, тут не полностью запечатаны, но нам пожрать. Как она? Медогонкой мы не обзавелись в этом году, поэтому качать мед мы не можем. Да тут нечего качать. И нечего качать пока. Ну, там 10 таких рамок у Элгона в верхнем корпусе, который отделен решеткой. Ну вот парочку взяли. Один у Бакфаста взяли, второй у Элгона. Ну, это нам чисто вот так поесть. Вот это вообще тяжеленное самое. Сейчас порежем, продегустируем. Надо же в этом году что-то поесть, а то пчел полно. Обеда так, нет. Иди отсюда. Пчел полно, а толка нету. Подкармливали их всю зиму. Эти клали туда им. Обработку делали. Вот. А с акацией не случилось. Ну, акация цвела как раз 2 недели, было холодно и дожди. Да. Вот, значит, один рой точно слетел у нас. Второй под вопросом. Но пчелы много. Даже там, где слетел, ее много, и она, возможно, будет опять слетать, и мы оттуда сделали опять отводок. То есть у нас теперь сколько ульев? Было 9, потом за зиму. Сейчас, наверное, 8. 4, 5, 6. Я что-то... Так, первый. И, кстати, везде полно пчелы, и чувствуется, что они готовятся опять роиться. В общем, надо заниматься. Корпусов много, но нету там у какого-то верхушки, у какого-то дна, у какого-то подкрышника. В общем, надо это все будет докупать дело и всех расселять, делать отводки. Иначе они так все зароятся. Ну, то есть они плодятся, расширяются. Им деваться некуда. Рамку поднимаешь, они снизу там висят. Это первый признак, что... И плюс еще маточники. Первый признак, что они вот-вот на днях слетят. Может, сегодня, может, через неделю, не знаю. Вот, и так что... Рой улетел. Рой до утра висел. Так он этот улей не посетил. Ну, они что-то летали, что-то им не понравилось. В общем, улетели. Когда мы пришли после пасеки, роя уже не было. Ну, ух. Если бы была плесница высокая, я бы залезла там. Да, но там слишком высоко. Ну, выше, чем крыша высоко. Хаты. Mm-hmm. Вот. Короче, будем на днях, наверное, подкупать какие-то крышки, дно и еще переселять, если успеем, до того, как они разлетятся. У соседа тоже, говорит, вообще что-то прям... Что он там вчера говорил? Напад был. Напад вчера у него был, да. А у нас не было напада. Ну, в общем, непонятки с пчелами какие-то творятся. Прям роятся. Оттуда 3 роя прилетело. От другого соседа там середины хутора. Ну, откуда-то оттуда, короче. Вот. В общем... Вчера 2 роя. Взятка нет. Да. Пчелы плодятся, им уже там есть тесно, нечего. Они начинают делиться, маточники делают, со старой маткой улетают, новая остается. Бывает, выходит несколько маток и несколько роев. Даже не, 2 матки может быть в одном рое, а потом они опять разделяются уже. То есть мы так вчера с соседом побеседовали, вот он говорит, эту пчелу, говорит, понять невозможно. Хотя занимается там лет 20 с чем-то пчелами. Ну, ладно, нам метку пока поесть хватит. А вот и Максик вышел. Максюшечка. Максик. Ты ко мне идешь? А, куда идешь, Максик? Короче, взвесили. Вот эта рамка 2600. Ну, понятно, с рамкой. Брутто. Брутто.
А это 1,9 кг. Тут поменьше она. Сейчас отставим. Сейчас порежем. Это акация. Видно, что мед прозрачный. Там есть у нас рамки вообще, они чистые, прям вот только-только из суши сделанные. И прям прозрачно бело. Так. Ну что, Маргарита? Режем. Вах, 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 вах. Вах, да, вот так. На такие кусочки, да? А, потек все, потек, потек. Вот так. Надо даже, наверное, такие. Так. И сверху отрезай еще. Ох ты, течет. Потекло. Хоть будем знать, за что держим пчел. Да. Так. Так, так, сейчас тут на стол набрызгаю. Ох, какие кусочки лакомые. Так, так, и так. Вот так. И вот, вот, вот проволочку так. Оп. Отрезай, попробуй. На стол уже плюется. Не-не-не, сверху режь. Вот так. Маленький у нас подносик. Маленький, больше нет. Может вообще вот так поставить? А то льется все мимо. Вот так вот. Опа. Ну как, подожди. Ну ты сейчас это, камеру будешь пачкать. Нет. Так. Че, съедобно? Ням-ням. Вкусно. Он не везде запечатанный, но нам не хранить, нам поесть. На самом деле тот же мед. Они сейчас уже не печатают, взятка нет. Это с верхнего корпуса, то есть это мы не у пчел взяли, чем они расплод кормят, а это запас, который они на верхний корпус через решетку. Матка сюда не поднималась, засева нет. Да. Это чисто наш мед, который мы и планировали взять. Планировали больше, но такая погода сейчас в Краснодарском крае, по крайней мере в нашей части. Северокавказской, так назовем, да? Все-таки мы больше живем как-то ближе к Северному Кавказу. Так, ну и вот это тоже. Ну да, у нас Черкесск, 70 километров. Вот так. Ну а это мы так, наверное, срежем. Да. Вдоволь наедимся меда. Угу. Красота. Не слипнется, нет? Нет. Ну, я тоже так думаю, что не слипнется. Вот этот мед, который в сотах, он самый полезный. Он полезнее, чем просто в банке. Да. Ну, кажется, в этом году мы будем есть мед только вот из сот. Потому что, когда мед в медогонке... Ну, крутишь, он, во-первых, насыщается кислородом. Во-вторых, он окисляется. Даже если она из нержавейки, все равно какое-то небольшое окисление идет. А вот это в сотах прямо натурпродукт, натуральнее некуда. Иммунитет будем поднимать, друзья. Да. А Маргарите особенно после антибиотиков полезно. Так, что? Все, рамочку помоем сейчас. Да. Ну вот Олег принялся за поедание меда. Маргарита говорит, не слипнется у тебя, я говорю, уже. Ограбил пчел и сидит, мед трескает. Что значит ограбил? Мы их для этого и растим. Так сказать, ухаживаем за ними. А иначе, если не брать у них мед, зачем они нам нужны? Это же какие затраты? Сами пчелы, ульи, там краска. Плюс туда-сюда уход. Нет, это не Алик все съел, это я убрала в литровое ведерко уже часть. Баночку, да. Да, у нас еще вторая рамка, надо будет ее порезать и убрать тоже. Нет слов. Это первый мед в этом году, который мы едим, свой. Свежачок. Только да. Что с не у дяди Васи купленный, а именно вот наши пчелы, наш мед, правильные пчелы. И они правильные улетели. Да. Вот такая пропитка. Она дорогая,
10 литров 1600 с копейками там на Озоне или на Вайлдберрис, я уже не помню. В общем, вот она. А пингвины такие... Шуганые. Вообще шуганые, как вам. Как будто их, я не знаю, ловит кто-то, мимо проходишь. Мы их сегодня уже оставляли на ночь. Я Маргарите говорю, да не надо их заносить. Ну, тепло, да. Пусть, это утки, пусть гуляют. Сейчас они всю эту кормушку свою перевернут. Тык-дык-дык-дык-дык-дык-дык. Короче, оставим двоих. Пацана и девчонку. Да. И хватит. Люська, привет. Люсь. Люська проснулась, дай поздоровую. Только проснулась. А что ты к ней идешь здороваться? Ну, надо со вкусняшкой подходить. Ну, а я без вкусняшки. Привет, Люська, как дела? Как твои делишки? Люська. Облезлый хвост. Люська. Надо ей водички сейчас попить, налить. Да, без воды это плохо. Надо проливать ее. Да, хвост облезлый у нее стал, линяет. Кукусик. Кукусик. И не выпустишь ее сейчас, куры. Да. Она тут быстро порядок наведет. Обнимашки им сделает. Саморез торчит. Ага. Вот так можно наступить. Я дверь подпираю этой палкой. Да. Сейчас мы что сделаем? Тополиный пух уберем, чтобы он туда в бензобак не попал. Ну, чуть-чуть так, тряпочкой. Может, руками. Запылилась, да? На улице стоит. А то попадет в бензобак потом. Карбюратор мыть. Так, вроде нормально. Сейчас нальем. И все сюда пришли, наблюдают, всем так все интересно. А масло тут отдельно, да? Да, четырехтактный же двигатель. Вот это все и фильтр может забить, этот пух. Так, я уже забыл, как тут что. Это уберем подальше. Кнопочки-то есть или нету? Я уж не помню. Не, по-моему, нету, да? Не знаю. Кнопочек. Это надо вот туда подтянуть, да, зацепить. Да. Надо подтянуть. Так. Подожди, сейчас. С этой стороны. Вот так. Вроде все. С полтыка. Вообще. Вот сейчас ходила по огороду.
Кое-где травинку вытащу. Заметила, смотрите, уже горох. Появились стручки. Он, правда, еще не созрел, но все равно стручки уже выросли. И вот такая картина. Сохнет. Не знаю, почему он сохнет. Вот еще. Вот. В чем причина? Непонятно. Но вот какие-то кусты сохнут. Кукуруза уже вот такая большая. И огурцы. Вот я сюда огурцы посеяла. Возле кукурузки. Как раз им будет тенек. А это я случайно уронила. Сразу много семян. Вот они взошли. Ну пусть растут. Хуже не будет. И вот слепыш опять тут у меня в кукурузе роет. Кстати, слепыш так и не попался. Не поймался. Ловушку, которую я ставила, бесполезно. И у чеснока стрелки надо уже. Я половину почти обломала. Вот стрелки появились, надо обломать. И морковка вот такая. После дождя прям все как на дрожжах растет. Прям выросло все так. И помидоры, вот которые у меня семенами я сеяла прям в землю. Вот они, какие огромные стали. Когда я пару дней назад пересаживала отсюда. Вон какие кусты здоровые. Надо их срочно тоже пересаживать. Но днем не трогаю их. Вечером стараюсь. Может быть, сегодня вечером и займусь. Ну вот Алик сегодня сколько покосил. Не все, конечно, но нормально. Ну куда все-то? Это вообще-то не наш участок, если что. Все не надо. Вот наш участок, покажи. Ну вот он. Да. Вот его покосил. Вот по эти столбики. Да, я на самой низкой не кошу, потому что тут бугры от слепыша. Чтобы нож не тупить. Ну так вот. Вот почти до тёть Поля докосил. Ну да. Там тоже, ну там уже надо, наверное, попозже. Триммером. Тут, походу, ты тоже посеяла по цели, да? Вот видишь, Феля? Это, возможно, да, я просто бросала семена. Просто бросила. Думаю, вырастут или нет. И вот она прям в траве. Я не столько сижу, здесь пчелки летают. Да пусть кушают, да. Нектар собирает. Да, ну тут уже косилка не возьмет вот эту полынь. Или что это? Да, полынь. Там надо покосить. Вот там я манал, я одену эту робу пчеловода. Потому что налетают. Что-то какие-то все злые пчелы сегодня. Да. Только подошел, уже налетают. У нас все, друзья. Погода, о! Для отдыха, для работы, конечно, лучше попрохладней. Все, всем пока.